дороги, когда ремонтируют, это всегда хорошо. Это приятно. Машины не разбиваются. Ремонт дорог – это всегда хорошая новость для автомобилистов. Особенно весной, когда после схода снега на проезжих частях появляются ямы. Спецтехнику на улицах города зареченцы встретили с позитивным настроем. Сейчас лучше сделать, конечно, а то дальше больше хуже она будет. На улице строителей уже практически завершены подготовительные работы к установке новых бордюров и замене асфальтового покрытия. Один из самых загруженных отрезков городских проезжих частей ремонтируется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Заречном будут приведены в порядок более 3,5 километров дорожно-уличной сети. Работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия запланированы на улицах Строителей, Светлой, от пересечения с проспектом 30-летия Победы до Заречной, на отрезке проспекта Мира, от перекрестка с улицей Проценко до 20-й дороги. Работы по программе 2021 года мы уже начали в этом году чуть пораньше. На строителей замена бордюров и замена асфальтового покрытия. На остальных двух участках замена асфальтового покрытия на щема без замены бордюров. Капитальный ремонт дорожного полотна предусматривает замену старого покрытия на более практичный щебеночно-мастичный асфальт. Материал применяется в Заречном уже несколько лет и успел себя зарекомендовать с хорошей стороны. Качество последние годы достаточно неплохое, после того, как мы начали использовать щебеночно-мастичный асфальт. Поэтому у нас нет больших проблем с асфальтовым покрытием, с восстановлением его и так далее. В 2021 году в Заречном на капитальный ремонт асфальтового покрытия проезжих частей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет потрачено 35 миллионов 200 тысяч рублей. По словам заместителя главы городской администрации Сергея Воронянского, работы планируется завершить в начале июня. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».